Почему Игорь Дадон? В прошлый раз ты улетел в Москву. Значит, испугался. Когда я написал о том, что улетел по секрету, и вышел на следующий день, да, я уехал. Потом ты сказал, едешь в Москву на отдых. Потом ты скажешь, ты в санатории, и ты возвращаешься в Молдову. И говоришь, что ты не должен находиться на автоизоляции, потому что те, кто были на лечении, они не должны находиться. Правильно. Игорь Николаевич, я когда вернулся в страну, молдавская полиция, по вашему указанию, проверяла мой больничный в Германии. Проверьте, усатый был реально в Германии. Я предоставил больничный, который отдал Центр семейных врачей. Если ты не врешь, что ты лечился в Москве, а раз на лечении, подтверждаю, согласно решению комиссии национальной 25 мая, не нужно находиться 14 дней на автоизоляции, если ты уехал на лечение, либо в командировку. Покажи нам больничные и санатории. Если нет, то получается, ты один в очередной раз врешь, и ты должен находиться на автоизоляции. Я вам расскажу, чем занимался Дадон в санатории. Вот я всегда прихожу, любая конференция, встреча с людьми, в Кишиневе, в Бельцах, по всей стране, я выхожу, ну, и говорю так, как говорю. Говорю так, как говорю с вами сегодня. Обратите внимание на Дадона. Вот эти вот важные, это вот. Постоянно тыкать пальцем. Жестикулировать. Значит, Дадон, чтобы вы знали, и многие из партии социалистов уже лет 5 тренируются в Москве. Их там учат, как говорить, как улыбаться, как делать грустное лицо, как растянуть три подбородка Дадона, чтобы остался один, где надо сделать грустный вид. То есть с ним работают технологи, которые его как обезьяну сидеть, лежать, адум банан, душ фурункилди подлазели и так далее. Понимаете, то есть адум пункулек и так далее. То есть вот эти все его там, он там был на спецоперации, он там был, не знаю, ребят, он был на тренинге. Потому что с марта, оказывается, он начал лечение. С марта это его начали учить, думают, может, Иванушка все-таки чуть-чуть его подшаманить, подкрасить, сделать грустное, придумать ему несколько версий. Вы поймите, он тратит миллионы долларов на всех этих технологов. В том числе на всех тех, которые из Молдовы и стран ближнего и дальнего зарубежья работают у него сегодня. Вместе с теми всеми, кто работал на плохотике. Игорь Дудон. Лемурештинщику, значит, операционяста. Что это? Захват дворца Амина. Вы едете сниматься в кино. Тогда это как бы его экспликация. Объясните, что это такое и сколько это все стоит. Жду больничный ваш. Все граждане страны, вы должны были семейному врачу отдать больничный, подтверждающий, что вы были на лечении. Иначе вы незаконно все эти дни передвигались по стране, целовались там, зажимались, фотографировали и так далее. И ставили под угрозу всех, жизнь всех граждан Республики Молдова.